Добрый день, друзья! Несколько лет тому назад создание роботов или умных изобретений для выполнения сложнейших задач казалось невозможным. Сегодня все мировые корпорации занимаются разработками в области искусственного интеллекта. В ближайшие 10-15 лет, благодаря развитию робототехники, мир изменится еще сильнее, и роботы буквально заменят людей многих профессий. Японский производитель электроники Panasonic разработал умную автоматическую корзину покупок, которая способна заменить кассиров в магазинах. Корзина считывает метки продуктов в нем, определяет цены на продукты и суммирует изделия благодаря нижней части, которую можно открыть и закрыть. Оплачивать товар можно наличными или кредитной картой. На сегодняшний день это изобретение прошло апробацию и успешно используется в нескольких заведениях. Американская компания изобрела полуавтоматический робот-каменщик SAM, способный укладывать кирпичи в 6 раз быстрее, и делает это значительно лучше, чем любой человек. Он также может штамповать кирпич с логотипом конкретной компании, следуя оцифрованной пиксельной версии изображения на стене, чтобы создать текстурированный вид. Нидерландская компания решила создать проект 3D-напечатанный железный мост над каналом Амстердама, который по задумке должен не сломаться под весом всех туристов и перенести суровые погодные условия. Они усовершенствовали промышленный робот, который использовался для сварочных работ, и разработали специальное программное обеспечение для контроля за его работой. В настоящее время мост успешно функционирует. Инновационная технология печати на 3D-принтере теперь осуществляется и в России. Строительная 3D-печать – одна из самых быстро развивающихся технологий. В создании 3D-принтеров, строительства домов и для укладки строительных смесей соревнуются инженеры со всего мира. Так что при таких темпах многие строители останутся не у дел. Подразделение корпорации CNH Industrial NV, которое занимается производством сельскохозяйственной техники, анонсировало беспилотный трактор. Не самый изящный, но оттого не менее полезный. Трактор полностью автоматизирован и может выполнять широкий перечень сельскохозяйственных работ почти без вмешательства человека. Такой пахарь, сеятель и уборщик может трудиться сутками напролет в любую погоду. Создатели небезызвестного Skype решили создать уникального робота-почтальона, а точнее заменить людей, чтобы решить проблему дороговизны доставки почты. Шестиколесный робот недорог, быстр и абсолютно безвреден для окружающей среды. Он может передвигаться по тротуарам со скоростью в 4 км в час, не мешая идущим людям. А дистанционный контроль делает его безопасным. Открыть багаж может только получатель при помощи кода, полученного через SMS или другие. Путем. Японские инженеры представили миру киберпожарного робота, точнее умный шланг, из которого в разные стороны бьет вода разного напора. Он способен летать на реактивных струях и тушить возгорания в самых труднодоступных местах. По словам разработчиков, летающий робот способен отследить свое положение и сохранить равновесие за счет самостоятельного изменения направления струй. В США компания Momentum Machines разработала робота для приготовления гамбургеров. Он полностью автоматизирован, готовит мясо, нарезает овощи, поджаривает булки и собирает гамбургер. В американском ресторане Zoom Pizza посетителям предлагают пиццу, созданную поварами-роботами. А в ресторане Pizza Hut умный робот-гуманоид Pepper принимает заказы, дает информацию о калорийности блюд, рассказывает гостям ресторана о текущих акциях и помогает оплатить заказ. Если ваша профессия – охранник, то есть шанс, что вас также заменит машинный труд. Например, в США разработана целая серия роботов-полицейских. Они патрулируют помещения, предотвращают преступления, анализируют происходящее вокруг с помощью различных датчиков и уведомляют об этом людей из службы охраны или полицию. Научный прогресс оставит без работы и профессиональных водителей. Ведь в недалеком будущем на дорогах будут ездить машины со встроенным автопилотом, и человека заменит автомобиль, который будет самостоятельно доставлять товары и людей в пункт назначения.
Друзья, пишите в комментариях, какая у вас профессия и как вы думаете, смогут ли вас заменить роботы в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам понравилось это видео, поделитесь ссылкой со своими друзьями. Продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Всем здоровья и до новых встреч!